Привет всем, друзья! К сожалению, не все знают, зачем коту усы. Многие думают, что они только для красоты. Между тем, усы выполняют очень много важных функций. Усы у котиков именуются как вибрисы. Это не просто усы для красоты, а самые настоящие органы чувств и восприятия окружающей среды. Вибрисы равномерно расположены на разных участках поверхности, окончаний у котов, и каждый участок отвечает за каждый спектр получаемой информации при малейшем колебании. Все потому, что они затрагивают нервные окончания, с помощью которых информация поступает в мозг. Ни в коем случае нельзя отрезать, подстригать у котов усы. Таким образом вы его лишите индикатора жизнедеятельности, и он станет совсем беспомощным. Это жестокое издевательство над животным. Именно усы котикам помогают ориентироваться в пространстве при помощи воздушных потоков. Неудивительно, что такие способности им не мешают путаться у нас под ногами. С помощью усов они могут с точностью замерить расстояние до определенного предмета, так сказать, выстроить траекторию полета-прыжка. Поэтому им с легкостью удается преодолевать различные расстояния и взбираться на труднодоступные поверхности. Благодаря функции усов они прекрасно ориентируются в темноте. Дело вовсе не в зрении. Усы – вот чем по-настоящему видит кошка, но и слышит совсем неплохо за счет вибрисов, которые расположены на ушах. Возможно, вы замечали раньше, если просто котику положить угощение в миску, он не сразу понимает, в чем дело. Как только вы подносите еду к усам, он сразу последует за вами. Ведь усы – основные рецепторы, которые выполняют функцию осязания, обоняния, в том числе. С помощью ощущения виброволн коты с легкостью предсказывают погоду, ощущая магнитные бури. Усы являются основным показателем настроения у кота. Если они широко расставлены и приподняты, то, скорее всего, что котика что-то заинтересовало. А если он напуган и сердит, усы плотно прижаты к мордочке. С помощью вибрисов, расположенных на лапках, кошка с легкостью ощупывает поверхность и отдает предпочтение столь полюбившимся мягкой шерстяной поверхности. Благодаря своим чудо-усам и острому слуху, коты являются блестящими добытчиками и охотниками за мышами. В состав усов входит кератин, который присутствует и в наших волосах, за счет которого волос обновляется. Так что не пугайтесь, если обнаружите, что у вашего питомца выпал ус. Это нормальное явление. За несколько недель вырастет новый. Всем спасибо за просмотр, друзья. Оцените, пожалуйста, ролик лайком. Напишите добрый комментарий. Всем удачи и добра!